Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала задержание генерального прокурора Александра Стоянога. По словам главы государства, соответствующее решение принимал прокурор, назначенный ВСП. Ожидания граждан Республики Молдова законны. Лучшая жизнь в стране, освобожденная от тисков коррумпированных кланов. Люди требуют справедливости. Госучреждения, ответственные за борьбу с коррупцией, должны учитывать эти ожидания и всегда действовать в соответствии с законом, написала президент на своей странице в соцсети. Майя Санду также добавила, что решение проанализировать уведомления, касающиеся генерального прокурора, принадлежит Высшему совету прокуроров, а решение о его задержании прокурору, назначенному ВСП. «Как президент страны я хочу того, чего хотят мои граждане – неукоснительного соблюдения закона, недопущения злоупотреблений и привлечения к ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия», – написала также Майя Санду. Тем временем министр юстиции Сергей Литвиненко назвал 4 пункта обвинения, по которым был задержан генеральный прокурор. В первую очередь речь идет о пособии, которое было незаконно предоставлено экс-прокурору Китарвага, поскольку, согласно законодательству, если этот человек подвергается судебному преследованию, то он не имеет права на получение таких выплат. Второй эпизод касается недвижимости, принадлежащей жене господина Стоянога в Украине. Компания на самом деле принадлежит Платону. Третье – снятие обвинений с Платона и все решения, связанные с бизнесменом. И последнее – подписание отчета о проекте поправки к закону о предотвращении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволили иностранным компаниям осуществлять отмывание денег в Республике Молдова. Напомним, Александр Стоянога вечером 5 октября был отстранен от должности генерального прокурора. Позже в его офисе и дома были проведены обыски, после чего его задержали в здании Генеральной прокуратуры сотрудники службы информации и безопасности.